Чи цікаво вам знати? Саша Рибак може хоч коли-небудь не посміхатись. Катя Кузнєцова теж вирішила це перевірити. Тому на сьогоднішній вечір, коли ми співаємо пісні про кохання, вирішила таку йому пісню підсунути, щоб він протягом 3 хвилин заливався сльозами. Я не выбирала песни, да, выбирал песни, я так понимаю, Саша. Ну, могу сказать так, чем-то я довольна, чем-то не очень. Ой, так а что ты, надеюсь, мне ты никто довольна? Не давал права выбора, мне сказали, вот будешь петь это. Всі ідеї переможці Євробачення Олександра Рибака поки що не принесли бажаних результатів. Все не те, пісні старомодні, постановки нецікаві. Як результат, пара щоразу отримує одні з найнижчих оцінок від журі проєкту. Проте цього тижня Катя Кузнєцова з жіночими хитрощами і проханнями переконала Рибака заспівати саме українську пісню. Ти знаєш на слові? Ну, почти. Немов, як перевести слово немов? Вроді би. Чому ти мовчиш, да? Вона мені доволі складна. Не тому, що вона на українському, а іменно тому, що вона така близька к всім. Можна так сказати? Настолько эта песня уже для меня родная, потому что как бы я ее долго слушала, и вот я работала в одном проекте, она постоянно играла, поэтому мне хочется что-то вообще другое. Мы оба переживаем за эту песню, Саша, за то, что язык, я за то, что, мне кажется, это мужская песня. Я считаю, что никто никогда не споет эту песню лучше, чем Виталий. Он просто с душой поет. Твои песни, да? Твои. Твои песни. Твои песни. Так, тихо, тихо, то він, то інформація, тихо. Яку не можна розголошувати. Що воно таке? Тонка жіноча Катіна інтрига чи міцна чоловіча дружба? В будь-якому разі, вперше в проєкті «Зірка плюс зірка» дует виконує пісню свого конкурента. Олександр Рибак, Катерина Кузнєцова. Являєшся мені осні, чи возвертаєш ти до мене? Чудові очі ті ясні, сумні, немов криниці дно студенне. Знаєш, добре знаєш. Чого являєшся мені у сні, чи возвертаєш ти до мене? Моє ти серце надірвала, із нього визвала одні оті пісні. Чому являєшся мені у сні? Чому уста твої німі? Чому уста твої німі? Хоч знаєш, 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 добре знаєш, як я люблю тебе, люблю, Христиан. Мучусь.
я люблю тебе, люблю стями, як мучу сонними ночами, знаєш, 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 добре знаєш. Як я люблю тебе, люблю, як мучу сонними ночами, знаєш, 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 добре знаєш. Як мучусь довгими ночами, знаєш, 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 добре знаєш, добре знаєш. Олександр Рибак, Катерина Кузнєцова. Ще-ще-ще. Нарешті білоруський норвежець заспівав українською мовою. Так потрошки всі наші росіяни заговорять нашою солов'їною. Ну, те, що Катя в колишньому гімнастка, це ми знали, а те, що Олександр клоун, про це дізнаємося тільки зараз. Але який клоун? Який плаче? Саша, это правда, что Козловский поставил тебя перед фактом? Или поешь со мной, или потом с кем-то, но поешь мою песню? Я бы никогда не пел с другим артистом, чем с Козловским на моем концерте. И он самый лучший мой друг в Украине, и я считаю, что он всегда выбирает самые лучшие песни. Или, я не знаю, ему выбирают самые лучшие песни, но я считаю, я тоже выбрал сегодня. Катя, ну він іноземець, його Козловський в мову. А як ти на це пішла? Я не знаю досі, чесно тобі скажу. Ну тобі сподобалось? Якщо чесно, ні. Ну а тобі нравится? С тобой, Саша, да, а песня не очень, судя по всему. Знаешь, 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 добре знаешь, Катя и Саша, где находится арт-кафе? Туда мы вас и провожаем, арт-кафе, зустрічай! А може це і норвежець, зовсім навіть не білорус, а українець? Юр, чого це тебе так волнует? Просто я патріот своєї країни і хотів би мати в своїй країні двох переможців Євробачення. Юрочка, тебе поки хватит і двох победителей з шоу «Зірка плюс зірка». Ну, це правда. А даже если Саша ще не українець, то Катя із нього обязательно такого сделает. Ну давайте уже к нам, почти українці, Катя Кузнєцова і Олександр Рибак. Заходите, заходите, не стесняйтесь. Саша, ну ты нас предупреждал, что ты плохо знаешь русский. Но ты же не говорил, что ты так на украинском классно поешь. Молодец! Ну, в прошлой неделе мы по-настоящему выбирали именно песни, чтобы показать Катин красивый голос. Мне он очень нравится. А вот в этот раз мы тоже хотим шоу показать. Нет, мы просто хотим при всем при этом оставаться настоящими. И я понимаю, что это шоу, мы это понимаем, что здесь, может быть, важно все вот это вот делать яркое и эпатажное, но мы все-таки хотим оставаться настоящими и чистыми, искренними. Не обязательно оставаться в образе каких-то наивных, таких вот очень таких медленных песнях. Мы стараемся такими же оставаться и в подвижных, и в более таких вот энергетических других песнях. Знаешь, знаешь, знаешь. Ребята. Дорогие наши жюри, давайте мы поаплодуем нашей студийской раде. Теперь настала нарешті ваша черга. Потап. Наконец-то у Рыбака появились эмоции. И мне это очень понравилось. А вот наоборот, у актрисы Кати Кузнецовой куда-то пропало рвение что-то играть. Я бы поставил вам оценку повыше, но больше восьмерки не поставлю. 8 баллов. 8 баллов, Потап. Гарик Кричевский. Я увидел трогательный, довольно симпатичный номер и приятный, услышал приятный акцент Рыбака, когда он поет на украинском языке. Но почему-то вот захотелось мне повторить подвиг Потапа, поставить 8, но потом я вовремя понял, что этот эфир может увидеть моя дочь 13-летняя, являющаяся... Она не пробачит тебя. Да, она меня не простит, она фотографировалась с Рыбаком, и я решил не ссориться с семьей. 9. 9 баллов, Гарик Кричевский. Верка Сердючка. Вы знаете, правда, не было дуэта. Вот Саша в свою дудку дудел,
Катя в свою дудку дудела, но Саня был очень трогательный. Знаешь, Саша, я за то, что ты вот выучил украинский язык, и то, что ты меня растрогал, я тебе ставлю 9. 9 баллов, Верка Сердючка! Лайма лайкули! А я, чтобы поддержать всю Европу, ставлю 10. И наш европейский выбор Лайма лайкули! 10 баллов! Большое, прибалтийское, скандинавское. Тюсень так. Тюсень так. Спасибо. Спасибо.